Всем привет. 27 октября 2024 года. Минская область, Пуховический район. Ну что, я приехал все-таки обрезать виноград, потому что все-таки уже скоро ноябрь, а в ноябре у нас бывает не каждый год, но бывает, что уже выпадает снег. Ну, где-то к середине ноября. Прошлый год примерно такое было. Позапрошлые года тоже бывало непредсказуемо. Но я думаю, уже обрежу, потому что, ну, плюс-минус неделя-другая я планировал на следующей неделе. Ну, раз была все-таки свободная минутка, приехал, убрал весь лист, обрезал виноград. Не весь, осталось там буквально 3 кустика. Обрезано процентов 85-90 с куста. Все пришпилено вот такими шпильками. Шпильки могут быть любые, вплоть до того, можно даже ненужную лозу крючком скрутить и тоже пришпилить. Это вообще не суть, важно чем. Главное, чтобы она держалась поближе к земле. Ну, пускай не совсем уж прямо углублена. Можно там расстояние до 10 сантиметров над землей. Я делаю, как получается. Где-то на расстоянии, где-то почти впритык. Суть это особо не меняет. Главное, чтобы она не была заглублена в какой-нибудь приямок. Чтобы, если будут какие-то все-таки осадки, вода будет застаиваться, потом леденеть, чтобы лоза во льду все-таки не лежала. Все задавали вопросы, почему я убрал лист, почему не дождался, пока он сам опадет. Ну а сколько мне его ждать? 2 недели, 3, месяц. Я вон кое-какие листики еще дорывал в процессе, они довольно крепко держались. Я просто сейчас бы приехал и кучу времени потратил бы на тот же обрыв листа. Поэтому в те выходные я все оборвал, все подготовил. В эти выходные я спокойно взял, обрезал. Просто мне так удобнее. Кому удобнее по-другому, делайте по-другому. Обрезанные лозы строго напротив куста, с которого обрезалось, чтобы не было пересорта, пойдет что-то на черенки, что-то на выброс. Ну, получше, которые пойдут, конечно, на черенки. Что-то лучше вызрело, что-то хуже. Но в любом случае, на урожай у меня есть. А это самое главное. На черенки это все второстепенное. Потому что черенки, из которых будут делаться саженцы, пойдут на продажу. Но для меня главное то, что у меня сформированы кусты. Листья обязательно все выгребаю. Причем, когда я снимал сам лист, я как бы сбрасывал туда, где мне удобно. А когда он сам опадает, он попадает ровненько под куст, из-под которого трудно будет все это вычерпывать. Ну вон, довольно еще некоторые крепко держатся, кстати, листья. Ну что, пришлось бы все равно мне тратить на обрыв листа. У каждого в регионе по-своему все ведет себя. У кого-то может быть уже опал, у кого-то еще, возможно, даже зеленый. Я поступил в этом году так. Обычно я приезжаю, лист уже по сути опал и валяется по всему участку ветром разношенный. Но опять же не весь, все равно часть приходится все равно дорывать. Некоторые вон довольно крепенько все-таки держатся, ветром бы его все равно не убрало. Обрезанные кусты, скорее всего, я обработаю 3-5% железным купоросом, потому что все-таки был аидиум, вот кстати есть. Но этот еще не обрезанный. Я, конечно, такие приболевшие, проморгавшие, я их обрежу. Но с большего было бы неплохо обработать уже пришпиленный куст. Ну, насколько там получится, насколько возможно, железным купоросом. Он прижгет все эти болячки. И в зиму уйдет куст уже такой более здоровый. Вкратце поотвечаю на вопросы, которые мне задают. Что такое, например, обрезать на обратный рост? Вот у меня были побеги. 2 побежка, это 2-й год кустику. У них толщина тоньше карандаша, поэтому обрезаю на обратный рост. Это значит 2-3 почки обрезаю. И он будет, буду выращивать отсюда 2 побежка и отсюда 2 побежка. Вот это и есть на обратный рост. Вот тоже 2-летний куст. Вот здесь совсем тонюсенько, и здесь уже толщиной с карандаш. Но я бы, может быть, оставил бы подлиннее, но вот я трогаю. Я даже помню, когда до опада листа здесь не вызревшая была лоза. Если бы была вызревшая, чуть длиннее оставил бы. Может быть, получил бы сигналку. У меня вызрело буквально 3 почки. Поэтому тоже на обратный рост вставляю, отсчитываю 2-3 почки, пускай с запасом. 1-2. Вот так вот. Обязательно оставляем пенечек, не впритык к почке. Обязательно пенечек. Даем место для пробкования. Потому что будет усыхать, дойдет вот до почки. Если обрежем строго на почку, то почка высохнет. Ну, это для новичков, которые буквально только подписались. Как бы все
мои постоянные зрители это все знают. Что-то знали до меня, что-то узнали в процессе. Но вот многие все равно задают эти же вопросы. Люди новые приходят и задают вопросы. Постоянно, конечно, одно и то же снимать не буду, но вкратце все-таки где-то что-то поотвечал. Еще пару кустиков оставил на показ. В общем, толщина вроде бы неплохая, но вызрела буквально, наверное, вот до сих пор. Пробуем на хруст. Неудобно. О, хрустит. Если слышно. Вот здесь меньше хрустит. Ну вот где-то здесь я обрежу. Возможно, даже сигналочки получу. Вот здесь лоза теплее, но видно, что она все-таки не на 100% вызрела. Возможно, все-таки она и не перезимует. Но обрежу все-таки с запасом. Но, скорее всего, вызрела где-то с большего здесь. Скорее всего, тоже, может быть, пойдет на обратный рост. Но я на всякий случай возьму там сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На 7 почек обрежу, пускай будет. И это то же самое. Потому что я помню, что 3 почки было точно вызревшее. Дальше такое себе. Ну, сделаю небольшой запасик. И соседний куст то же самое. Они примерно шли одинаково. Это они предварительно уже подрезаны, они были больше 2 метров. Здесь примерно то же самое сделаю. Толщина, ну вот ориентир, очень удобный ориентир. Лоза толщиной с карандаш, это уже можно ее формировать на какие-то рукава, если они длинные. Если короткие, ну, обрезаем до вызревшего. Обрезали, все, пришпилили, если оно пришпиливается. В процессе роста, конечно, мы стараемся, видите, под 45 градусов, чтобы потом было удобно выгибать. Если выращивать как дерево, вы потом его не согнете. Ну все, у меня, по сути, к укрытию почти все готово. Осталось пару кустов. В общем, здесь я тоже, наверное, сейчас слабо хрустит. Вот, даже видно по цвету. Вот здесь обрежу. Здесь... Ну, тоже примерно так же. Все, видите, с составлением пенечка. И меньше 2 сантиметров. Можно посередине между узлов резать. Междоузлы бывают покороче, бывают подлиннее. Сразу видно, что какой период, когда что шло. Весной шло было холодно, потом потеплее пошло. В общем, вот у меня еще 2 куста. Точнее, нет, вот один я обрезал. И этот примерно так же сейчас обрежу. Вот еще 2 куста у меня обрезано. Ничего сложного абсолютно. Все. 2 куста готово. Еще самый популярный вопрос. Нужно ли под лозу стелить какую-нибудь пленку? Нет, стелить ничего точно не надо. Если вы постелите пленку, то у вас тепло от земли не будет поступать к лозе. Так получается, вы, например, по нижней проволоке накрываете шалашом. У вас как бы защита какая-то определенная идет. От холода, а снизу идет тепло от земли и формируется здесь свой микроклимат. Поэтому ничего стелить не надо, не создавайте себе лишние проблемы. Ну, вон, как видно, где-то более прижато, где-то менее прижато. Бывают шпильки даже очень длинные, как не загоняй, они прям выскакивают из земли. Тут надо, бывает, позаморачиваться. Ну вот, главное, чтобы лоза лежала ниже укрытия, это главное. А насколько там от земли, там не суть важно. Можно 10 сантиметров, можно практически впритык. В любом случае вода здесь скапливаться не будет. Она скорее сюда даже пойдет. Ну, как правило, такое редко очень бывает. Но на всякий случай, как говорится, береженого Бог бережет. Листья я все пожег, не церемонился, потому что немножко все-таки болячки какие-то проскакивали. Особенно на верхушках лозы. Главное, что основная лоза была нормальная. Все пожег, но это уже обрезанные лозы. Их вообще не проблема потом убрать. Они даже могут и, в принципе, проваляться зиму и по весне их убрать. Ну, скорее всего, будет время, все приберу. Ну и опять же, из них надо выбрать нормальные черенки, которые пойдут на укоренение. Обработал 3% железным купоросом. Не рискнул делать 5%. Побоялся обжечь. Хотя, в принципе, не должно, но береженого Бог бережет. Побаиваюсь. Поэтому вот полностью кусты. Черенки тоже обработал, которые будут у меня на хранении. Ну, в общем, примерно так все это выглядело. Также можно было и медным купоросом обработать. Но у меня был железный купорос, причем все-таки мелдью почти не было, только аидиум трошечки. Ну ничего, обработал железным.
Вообще рекомендуется чередовать, например, осенью железным либо медным, а весной, ну, наоборот, меняем. Если был медный, значит железный. Если был железный, значит потом медный. Укрытие винограда буду производить, скорее всего, через недельки 2-3. Ну, буду смотреть по погоде. Вообще, в идеале, чтобы прошли какие-то морозики небольшие, до минус 5 продержались недельку, чтобы у лозы была какая-то закалка, чтобы оно прошло закалку, подготовило их к зиме. Бывает, что так не получается. Бывает, резко выпал снег, и там до февраля он лежит. И такое бывает. Было такое, что приходил, веничком немножко соскребал и укрывал. Это проблема. В общем, буду смотреть по ситуации. Ну, примерно себе отсчитаю недельки две. И, скорее всего, приеду, укрою виноград, чтобы до середины ноября он у меня уже был укрыт, чтобы я спал спокойно. Потому что у меня было такое, что вообще не было, ну, какой-то год, не было снега. И я укрыл первый раз в январе месяце. Было такое. Не, перезимовало, все хорошо, все шикарно. Ну, скажем, спал как на иголках, все переживал, как там, что там. Поэтому я постараюсь до середины ноября все это укрыть. Укрываю я дорнитом, кто не знает. Это для меня самый надежный дышащий материал. И самое главное, он долговечный. Ему, по сути, нет износа. Поэтому вот я закупился, и мне его хватит, ну, можно сказать, навсегда. Остальные материалы, как ни крути, у них есть какой-то срок годности. Дорнит им дороги укрывает, он вообще, по сути, вечный. Есть там вспененные полиэтилены всякие и так далее, но они все равно 2, 3, 4 года, они все равно начинают там сыпаться, рваться и так далее. Этот не рвется, не сыпется, с ним все хорошо. Более подробное видео у меня есть на канале. Оставлю ссылку в описании под видео, там где еще. Опускайтесь и смотрите, там много ссылок. Там целый плейлист найдете, который... Съемки разных годов по укрытию винограда. Там информации более чем достаточно. И по укрытию, в принципе, тоже хватает информации. Поэтому в любом случае мы с вами еще увидимся зимой. Зимой будут видео по поводу виноградников, к людям, к которым мы ездили в гости. Там будут очень интересные видео. Поэтому не пропускайте, подписываемся, лайки, комментарии обязательно, чтобы продвигать видео, ну и чтобы вам приходило уведомление. Все, пока!